Ты когда-нибудь бил сам себя? Каждый день бил. Ну тогда тебе просто не привыкать. Вперед! Жека, ты пошел ты в задницу, ты вообще. Ты вообще нормальный. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и сегодня вместе с Жекой в очередной раз мы продолжим троллить друг друга. Ребята, всем привет и спасибо вам большое опять же за вашу активность в комментариях и в лайках. Мы очень рады, что вам нравится эта рубрика, и поэтому мы ее, ребята, записываем почти каждый день. Это все благодаря вам. Да, ребята, и каждый раз, как я вам говорю, ставьте большущие пальцы вверх на вот эту серию. Чем больше лайков мы с вами сможем набрать на вот этом видео, тем больше серий с троллингом мы продолжим записывать вместе с Жекой. Да, Жека? Да. Ну и что ж, давай приступим к троллингу. Я уже готов тебя затроллить, готов все построить, да, чтобы... Это ты уже знаешь, что будешь строить? Я, если честно, вообще еще не знаю. Ну, у меня есть пару идей, поэтому тебе кранты, Эдисон. Ну, надеюсь, хотя бы в этот раз будет. Ага. Давай. Все, иди себе уже там, все, давай. Давай. Ребята, добро пожаловать в новую серию троллинга. Вы все просили в комментариях, если быть точным. И, ребята, мы с Жекой подумали и выпускаем для вас новую серию. Честно, Жека сказал, но я вам еще расскажу. Ребята, вы просто супер-пупер молодцы. Большущее вам спасибо за такую нереальную поддержку. Вы ставите много лайков и пишите в комментарии то, что хотите новую серию троллинга. И мы с Жекой готовы записывать ее для вас хоть каждый день. Все, что вам нужно, это просто поставить лайк и также написать в комментарии, хотите ли вы новую серию или нет. И я вообще никакой идеи нету, что мне сейчас строить. Джека там уже что-то запланировал, но я не знаю вообще, что мне сейчас строить. Я боюсь то, что я реально смогу сейчас проиграть. Поэтому, ребята, может, у меня сейчас фантазия включится, я, может, что-то придумаю. Потому что нужно. Я боюсь, что меня Джека реально затроллит в этот раз. Ой, первая моя ловушка, ребята, готова. Я на ней столько парился, что вы себе даже не представляете. В чем будет заключаться суть этой ловушки? Как только Жека появится вот тут, я ему скажу: Жека, нету ничего проще, чем пройти вот по этим плитам и добраться сюда до финиша. Но как только он наступит на вот эту плиту, то его телепортнет вот сюда. Потом он наступит на эту, его телепортнет сюда. Потом наступит на любую из этих, телепортнет сюда. И будет эпехать так полностью по комнате. Туда-сюда. Но в этой части комнаты у нас будет плиты без каких-то либо эффектов. То есть не будет никакой телепортации. Вот тут ему просто-напросто нужно будет пробежать вот сюда, и он сможет пройти. Если он наступит на любую из этих плит, то его тэпэхнет куда-то. Просто не знаю даже куда. Такой себе троллинг, но надеюсь, то, что он с Жекой прокатит. А сейчас, ребята, у меня есть большая такая идейка. Только мне нужно, ребята, понять, как ее построить, и надеюсь, что у меня, в принципе, получится ее построить. Сейчас увидим. Ох, ребята, вторая ловушка, вижу, как Жека там что-то ходит, что-то бродит. Ребята, вторая ловушка, это у меня будет небольшой такой дроппер. После того, как он выйдет с этой жуткой камеры испытания с порталами, он направится вот сюда, на дроппер. Если он подумает, что вот это какая-то ловушка, он перепрыгнет через вот эти плиты и будет 60 блоков вверх просто забираться на лестнице. Но если он поймет то, что это... как будто троллинг, не троллинг, и наступит на вот эту плиту, то его сразу тэпэхнет вот на этот блок. Потом, ребята, это призначные блоки, через которые можно проходить, но в конечном итоге он залезет вот сюда на дроппер. Увидит то, что там есть вода, я ему скажу: Жека, тебе нужно попасть в эту водичку, в этот дроппер, чтобы выжить и пройти дальше. Что он сделает? Он прыгнет вот сюда. Вот смотри, будто он прыгает. Но он ничего не сделает, потому что тут невидимый блок, и он в любом случае разобьется. Потому что, ребята, как видите, хоть и водичка тут есть, но если я сюда упаду, то мне будет наноситься урон. Дайте я вот сюда. Ну, как вы, ребята, сами можете заметить, я водичку не падаю. То есть, мне наносится урон. И вот такой будет дроппер, да. В принципе, ребята, мне кажется, то, что даже очень неплохо, но сейчас мне нужно придумать еще какое-то финальное испытание. Я пока вообще даже не знаю, что это будет. Поэтому, ребята, сейчас надеюсь, что мне в голову что-то придет, какая-то мысль меня просто посетит. Ой. Ну вот, ребята, и следующая ловушка. Как видите, Жека попадет вот сюда. Я тут еще поставлю сейчас нажимные плиты. Жека попадет сюда и потеряется. Куда ему идти? Как ему пройти вообще сюда, туда-сюда? Потому что, как видите, тут просто дофигище дверей, дофигище вариантов, как пройти туда, как пройти сюда. И это, ребята, просто жесть, если честно. Это просто жесть. Поэтому Жека, наверное, реально запарится с этим всем прохождением. Потому что, как видите... задача, можно сказать, не из самых простых. Он доберется сюда, и тут у него будет финальная комната, которая его отправит
В путешествие. Какое путешествие? Я пока сам не знаю. Я что-то придумаю, построю и потом вам покажу. Ну, в принципе, ребята, все. После того, как он пройдет вот эти комнаты с дверями, да, он попадет в эту комнату. Я ему скажу: Жека, у тебя один сундук с бронькой, один с мечом. И теперь тебя ждет финальное испытание. Тебе нужно выйти на улицу и сразиться с боссом курицей. Если ты его победишь, то ты будешь официально не являться затролленным. Но как только он сюда выйдет и наступит на вот эту плиту, его ты пэхнет вот сюда, к этим милым добрым курочкам, да. Как только его сюда ты пэхнет, ну, он будет пытаться убежать, но его тут будут бить до посинения. Он никогда не сможет выбраться с этой ловушки и никогда не сможет убить этих куриц, потому что они бессмертные. Я ему скажу: Жека, ищи какой-то потайной путь, ты сможешь выбраться с этой ловушки. Он будет тыкать вот сюда, на невидимые блоки, а где тут что открывается? Но на самом деле, ни черта тут не будет открываться. Он будет тут до конца жизни в этой клетке. Я скажу: Жека, поздравляй, ты затроллен. И в принципе, ребята, это мое финальное испытание. Я, конечно, чаще еще могу немного добавить вот сюда куриц, чтобы он побольше побесился, чтобы они побольше его попинали. Но никакого смысла в этом не будет. Поэтому, ребята, ждем, пока он сам достроит. Надеюсь, это будет скоро. И приступим к самому троллингу. Хорошо, Эдисон, готов к сражению, а готов. Я тоже готов, давай. Давай, выходи на бой, честно. Давай. Приглашай меня в друзья, в гости, не в друзья, в гости. Пошли. Эдисон, что это за писюны ты там строишь, я не могу понять. Чё за спы... Да ну развернись, не смотри туда. Ладно, я не смотрю, я ничего не видел. Так, ты ничего не видел. Так, да. Ну, собственно, Эдисон, у меня есть небольшое правило для тебя. Ты должен выключить чат. Думаешь? Да, я вот тебе прям вот точно говорю, ты должен выключить чат. Выключил. А теперь добро пожаловать. Ой, охали, бабайся, какие нафиг лаки-блоки, ты с ума сошел. Не, в геймоде 2 все правильно. Ломать ничего нельзя. Ты думаешь, что это логично, как бы, что тут такое сейчас происходит? Да, Эдисон, ты должен найти выход. Жека, мне кажется, ты уже немного переборщил. Тебе так не кажется? Не-не-не, Эдисон, выход, ищи выход, давай. Жека, я надеюсь, что это выход, а не какая-то ловушка. Капец, как ты так быстро нашел? А в смысле, куда я провалился вообще? Ты все правильно прошел, подожди. А, стой. Добро пожаловать на... Ну, давай. Так, собственно, это... Дай мне все, иди ты нафиг, а что тебе объясняю? Уже что посмотрел это? В смысле? Я ничего не посмотрел, даже сундук еще не смотрел. Ну смотри, в общем, так, дверь пока не открывай. Смотри, ты реально не открывай, потому что тебе будет хуже. Собственно, единственное, приготовься к тому, что ты будешь просто весь изувечен и изуродован. Возьми то, что в сундуке, возьми, тебе это пригодится. Деревянный топор, найди ты в задницу. Топор? Ой, топор, меч, да, вот меч. Собственно, смотри, Эдисон, ты когда-нибудь бил сам себя? Каждый день бил. Ну тогда тебе придется не привыкать. Вперед! Жека, пошел ты в задницу, ты вообще... Ты вообще нормальный? Жека, я понимаю то, что это троллинг, но не настолько, даже нереально пройти как бы будет. Мне страшно. Да, Эдисон, ты справишься, в тебя верю, давай. Ты уже весь покраснел. Жека, меня убьют сейчас. Пока. Все. Я сейчас умру, пожалуйста. У меня аж скулы болят. Жека, это все? Нет, это не все, Эдисон. У тебя не получилось. Попытка номер 2. Поехали. Жека, я тут еще... А, нет. Так, сейчас. У меня больше шмоток нету. Ладно, давай, короче, мы немножко полегче тебе сделаем испытание. Ты можешь взять алмазную броню. Вот. Да ёхали, бабай, второй. Ой, ладно. Твою... Ты ставишься вперёд! Вперёд! Я уже капец на выход. Ищи выход, Эдисон.
Джек, это сложно. Ты уже ёжик есть. Иди отсюда. Ну все, Одесса, теперь нужно найти выход отсюда, ищи. О, здрасте. Это ты быстро. И это ты мне говоришь, что я там писаны, да, какие-то строю? Так я же не просто сказал. Смотри, это твое третье испытание. Это вот, собственно, писюн. Я даже к нему прикасаться не хочу, если честно, пошел. Посмотри, вот он такой большой, ты, в принципе, можешь не завидовать, но такого все равно никогда не будет. И, собственно, тебе нужно будет залезть в этот самый писюн. Может, ты сам туда залезешь, а? Не, давай ты сюда залезешь. И как ты хочешь, чтобы я сюда залез? А вот... О, вот нашел. Как тебе? Ну, собственно, да. Вот такой вот писюн. Можешь это подпрыгнуть там. И чё тут? Ну как бы есть тут... Ну ты смотри, ты встань, да? Ой, ёханый папа! Эдисон, тебя только что выплеснули из писюна. Можешь ещё полетать? Не-не-не, спасибо, спасибо. Я обойдусь, Жек. Всё, полетай. Всё, я включаю чат. Ой-ой, всё. Ай, ну прикольно, это прикольно. Это весь мой троллинг, да. А тут что-то, кстати, было? Ой, это что за фигня? Да, тут был рычаг, который тебя телепортирует обратно. И тут еще, кстати, много всяких разных ловушек, я не знаю, почему ты сразу нашел выход. Ой, ты меня напугал, все. Мне нужно успокоиться, подожди, я не готов. Пошли. Так, короче, мне гемо 2 врубать, да? Да, ты пэхайся. А шейдеры выключать? Да, лучше выключить, на всякий случай. Хорошо, я выключаю шейдеры. Ой. Эдисон. Жека, пошли. Ты меня слушаешься, и все будет нормально. Да, хорошо, я тебя слушаюсь, да, Эдисон, все, давай. Так, Жека, ничего проще не может быть, просто пробежать вперед. Все, я тебя жду на этой стороне. Так, какой-то подвох есть. Да, если я прыгну сюда? Ой. Ой, где это я? О, я что, сейчас пройду, да? Ой. Ой-ой! Ой! А как это? Может надо по лампочкам? Да. Да блин, а как? А, помогите! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Помогите! Ой-о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 й-
как это называется, порядку. Тут есть выход, тут есть, Жека, выход. Да ёпар. Да, помогите! Вот. Спасите! О, видишь, есть выход. Вот тут ничего не происходит. Нормально, нормально. Так, Жека. Так, ладно, окей. Сейчас, сейчас, просто залезай вот сюда наверх и все. Да? Да, да. Можно нажимать на плиты, ничего не произойдет, я тебе отвечаю. Ладно, давай, залезай. Ой! Жека, ты сам себя троллишь, понимаешь, я тебе наоборот помогаю. Ой, ну ладно, хорошо, я полез. Я тебе сделал очень просто. Ребят, я даже как бы не стараюсь на себя троллить, я ничего даже не делаю. Ладно, все, давай. Нравится самим собой играть, да? Давай, давай, Жека, залезай на дроппер. Ой. А что, дроппер это? Да, это дроппер. Я же говорю, я для тебя сделал очень простенький вот этот, ну, тролль. То есть тут троллинга вообще почти нету. Давай, залезай. Да, хорошо. Угу. Да, давай, я давай, я тебя жду. Зачем ты уворачиваешься, если это невидимый блок, и как бы ты через них можешь пролезть? Ну да ладно. Жека, ничего, просто нужно просто попасть в дроппер и все, водичку. Да? Давай, давай, тут еще одна комната. А, я понял, там на пути невидимые блоки. Ладно, полетел. Да ничего тут нету. Ну, на пути нет, только тут внизу как бы. Так, ой, помогите мне. Твое почти финальное испытание. Просто нужно пройти вот эту комнату и все. Давай. Да? Да. Ну, темно как-то. Давай, давай. Ой, а что это такое? Это раздевалка такая? Да, 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 это раздевалка. Просто найди выход и все. Тут ничего сложного нету. Я же сказал, я очень простенький сделал вот этот. Да, да, да. Да, что-то я вам раз 20 сдох, так-то да ладно. Да, и просто ищи выход. Ты как бы обратно, ты обратно вернулся. А-а-а, помогите, помогите, ничего. О, я что-то нашел. Я что-то нашел, Эдис, я что-то нашел. Ну что, да, 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 ну просто ищи выход, то есть как бы тут все просто. Мне кажется, меня сейчас убьют, да? Может быть, а может нет. Что происходит? Мне не нравится, когда я не понимаю, что происходит. Я уже потерялся тут.
Да господи. О, нашел выход. Так, Жека, твое финальное испытание. Ты не будешь считаться затроллен, если ты сейчас убьешь финального босса. Помнишь курочку из прошлой серии, когда ты убил все семейство курочек? А мне можно молоко? Молочко ребенок захотел. Молочко. Ну на, ну на. Спасибо. Я тебя слушаю, да. Ты взял, все взял, да? Ну вот, сейчас вот этот... А отец всех курочек, да, петух, решил тебе отомстить. Тебе просто нужно его убить и все. А, ну петухи так это мои братья сейчас. Да. Так, а что тут? Ой! Ой! Это дети! Это явно не петух! Жека, ищи выход, тут есть один невидимый блок, тебе нужно выход найти. А-а-а, где? Где-то тут есть выход. Давай, давай, ищи, ищи, Жека. Где? Ищи выход. Ничего, они меня закатывают. Тут есть невидимый люк, превращен кварц. Ищи выход. Да, конечно, конечно. Ты меня обманываешь. Ищи выход, Джека. Это все ложь и провокация. Я нужно их убивать, да, я понял. Да, да, да. Можешь убивать, можешь нет, не знаю. У них как бы по 1000 жизней, поэтому не знаю. Ну блин! Что делать? Выход ищи, я ж тебе сдал подсказку. Я тут на все уже потыкал. Ничего не работает. А, ну, значит, я забыл выход добавить. Ну, все. Спасибо. Короче, мне в курятнике на всю жизнь. О, нифига себе. Изи. Ой. Тихо, я не пойду. Четырюга просто. Ничего ты не... В смысле ты прошел? Да ничего ты не прошел, вот, типа. Ой-ой-ой. Вот это уже считается читерсом, помогите, папа! Читерсом, ты вылез через забор, ты пролез сквозь него. Достань, тихо, ты кинешь блок. Ой. Жек, конечно, дебил, ну да ладно. Господи, помилуй. Все, ребята, давайте заканчивать эту серию, я уже насмеялся на неделю вперед. Я тоже распиялся, да. Ребята, да. В принципе, будем повторять одно и то же. Ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите, чтобы мы дальше продолжали записывать троллинг в Майнкрафте вместе с Жекой. Да, Жека? Да, и ребята, не забывайте в комментариях писать ваши идеи. Мы так частенечко читаем и заимствуем у вас какие-то идеи, которые вы пишете. Спасибо вам большое. Да, ребята, в принципе, большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Покедова.